В летописях и былинах Рязань упоминается раньше Москвы и Владимира. Мы покажем вам другую Рязань. Рязань подземную и заброшенную. Рязань, о которой знают очень немногие даже из числа ее жителей. Мы подходим непосредственно к самому щиту. Вот центральные домкраты щита. Вот это да! Мы побывали в самых труднодоступных местах города, порой опасных для жизни. И теперь вы сможете увидеть их нашими глазами. Скоро на канале Underworld серия видео о самых интересных подземных и заброшенных местах Рязани. Не пропусти! Подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.